Привет, ребята! Сегодня у нас распаковка бумажных сюрпризов, и у меня для вас появилась новиночка. Она называется «Девочки». Я хотела нарисовать что-то типа аниме, потому что меня давно просили сделать наподобие этой коллекции. А также многие коллекции не поместились в этот кадр, поэтому эти коллекции вы не видите здесь. Давайте выбрать пакетики. Сразу хочу сказать, что мы закончим три коллекции. Это коллекция «Лягушка Дотти», «Шарлотта Земляничка» и «Вирусик». Сегодня мы закончим. Далее коллекция «Свинка Хрю». Давайте возьмем вот такой вот пакетик. Далее коллекция «Боб». Давайте сегодня возьмем, где Боб такой грустненький. Далее «Киндер». Давайте возьмем вот такой. Птички. Давайте возьмем с такой птичкой. Кто знает, как она называется, пишите в комментариях. Из коллекции «Девочки» сегодня возьмем... Давайте вот такой вот пакетик. Здесь девочка, и тут написано TikTok, потому что она здесь танцует. Коллекция от подписчицы Кати. Кстати, тебе большой приветик. Давайте возьмем вот такой вот, с таким лайком. Коллекция маркеры. Возьмем зеленый, потому что их два. Вот такой вот. Забыла также выбрать пакетик тоже от Кати. Она мне прислала такой адвент-календарь. Сегодня хочу вот такой вот пакетик открыть. И, пожалуй, вот такой вот со звездочкой. Из коллекции LOL вещи. Давайте возьмем вот такой вот пакетик. Также возьмем три вопросика. Два вот таких, красный и фиолетовый. И также давайте возьмем золотой. Я предлагаю начать с этого каталога. И коллекция свинки. Свинки Хрю. Возьмем наш пакетик. Где тут свинка подтягивается. Открываем. Здесь у нас, как всегда, порвется. Хотя нет. И мне попалась свинка на первой страничке под таким смайликом. Вот такая вот свинка, которая хочет кушать. Под таким смайликом. Это первая страничка. Вот вторая. Приклеиваем эту свинку вот сюда. Вот такая коллекция. Листаем дальше. Коллекция «Вирусик». Вот этот пакетик. Мы сегодня заканчиваем нашу коллекцию. Итак, мне попался вирус под номером 5. Вот такой вот он красный. Он разозлился. Как вы думаете, почему он создает такую эмоцию? Пишите в комментариях свои ответы. Все читаю. И приклеиваем на последнее местечко из этой коллекции. И она у нас получилась вот такой. Вот коллекция Боб. Я точно помню, что мы брали пакетик из этой коллекции, потому что иногда мы забываем это делать. Открываем. Итак. Мне попался Боб под номером 7, и он нам желает счастья и здоровья. Вот такой вот. И вот тут у нас носичка. Именно эти Бобы отклеиваются плоховато. Итак, мы приклеиваем вот сюда. И мы закончили вторую страничку из этой коллекции. В следующих видео будем заполнять эту. А уже после закончим коллекцию. И далее коллекция маркеры. Ну а перед тем, как мы откроем пакетик, предлагаю ответить на один из этих вопросиков. Давайте ответим на красный. Вот такой вот он переливается еще. Такими блесточками. Итак, вопрос звучит так. Цвет твоих волос. У меня коричневый цвет волос, я шатенка. Открываем наконец-таки наш пакетик. Он такой большой, кстати. Обычно у нас открывается не так. Итак. Так и так. И мне попался вот такой вот оранжевый маркер. У кого любимый цвет оранжевый, отмечайтесь в комментариях. И давайте мы приклеим наш стаканчик. Вот такой вот у нас стаканчик. И мы приклеим вот сюда. Кстати, подобный цвет нам уже попадался.
И у нас пока что вот как-то так получается. Кстати, вот так выглядит снаружи. И далее интересная коллекция. Это лол вещи. Мне она очень нравится. Кстати, я приклеила пакетик, чтобы в будущем видеть, как же мы украшали наш пакетик. И давайте откроем его скорее, потому что мне уже не терпится. А вы пока можете подумать, под каким номером нам попадется наш лол. В пакетике попался пакетик. Он такой шуршащий. И мне попался шарик лол. Это лол пэдс. Вроде бы это декодер. Он, кстати, в блесточках. И под номером 2. Пишите в комментариях, угадали ли вы, под каким нам был попался номер. Приклеиваем скорее вот сюда. Вот как-то так. И следующая коллекция, которую мы в прошлом видео не пополнили, это птички. Нам в прошлом видео попалась табличка «Ничего». Посмотрим, что же нам попадется в этот раз. А мне попалась такая птичка, которая расстроилась. В прошлом видео забыла сказать, что нам попадаются не наклеечки. Вот, они такие просто блестящие. Мы кладем куда хотим, в кармашки. Давайте положим вот сюда. И вот так вот у нас получается. Мы их потом можем менять местами. И коллекция Kinder. И здесь попадаются коллекционные игрушки фастфуд. И давайте его скорее откроем. Шоколад, кстати, здесь не попадается. Ого! Мне попался фастфуд по номеру 6. И это вот такой вот. Я забыла, как это называется. Напишите в комментариях. Это вроде бы куриное крылышко. Это как-то по-другому называется просто. Вот, наконец-то отклеилась. Это у нас было под номером 6. То есть вот здесь. Ой, я криво приклеила. Но ничего. Далее наша новиночка. Я хочу ее открыть в конце. А пока давайте откроем коллекцию от подписчицы. Ее зовут Катя. Сначала откроем коллекцию вкусняшки. Вроде бы открывается как-то так. Я не хочу рвать, поэтому отрежу. Давайте скорее посмотрим, что же там внутри. Мне очень интересно. А мне попался такой маленький пончик. Он такой красивый. Кстати, я очень люблю пончики. Это у нас наклейка, и мы ее приклеим вот сюда. Вот как-то так. Также от Кати у нас есть адвент-календарь. Мы хотели открыть эту и эту ячейку. Мне просто очень интересно, что там. Давайте сначала откроем со звездочкой. Вау, мне попался котик, я уже вижу. Милый котик, очень. И он говорит «Доброе утро». Походу, он нам машет хвостиком, а не лапкой. И следующий пакетик. Тут написано «Для Мариночки, спасибо большое». И также здесь мой канал с сердечком. Итак, что же там внутри? Что же там попалось? Здесь написано «Ты лучшая, спасибо большое, сердечко». Итак, что же тут у нас за наклеечка? Тут написано «А ну, быстро поставил лайк». Я, конечно, не настаиваю, но на лайк вы можете нажать. И давайте приклеим эти наклеечки. Да, это наклейки. Тут у нас двусторонний скотч. Давайте приклеим вот сюда. Походу, я здесь немножечко порвала. И еще один такой котик. Мы его тоже приклеим. Катюша, извини, у меня не получилось нормально отклеить наклеечку. Я не могла найти насечку. Но все равно спасибо тебе большое за эту коллекцию. Мне очень приятно.
Мне многие пишут, что тоже хочет отправить мне посылку. Связаться вы можете со мной в Инстаграме, ВК или Gmail. Все ссылочки в описании под видео. И следующий каталог, он у нас последний. Не последний, у нас еще новиночка. Давайте откроем коллекцию «Лягушка Дотти». Вот она, я ее только что пролистнула. И очень жалко, но мы заканчиваем эту коллекцию. Кто хочет вторую часть, пишите плюсики. Итак, мне попалась такая смешная лягушка. Она в ванной. То есть принимает ванну с уточкой. Оп. Опля. Приклеиваем вот сюда. Давайте посмотрим на нашу коллекцию целиком. Вот первая страничка. А вот вторая. Кстати, меня попросили сделать аниме-коллекцию, потому что попалась эта лягушка. То есть после того, как попалась эта лягушка. И далее предпоследняя коллекция вроде бы на сегодня. Это коллекция Шарлотта Земляничка. Тоже мы сегодня заканчиваем коллекцию. Так, смотрим. Ай-яй-яй, очень красивая была Шарлотта. Я ее долго рисовала. И здесь мне попалась апельсинка или мандаринка. Кстати, меня иногда называют не Маринка, а просто мандаринка. Под номером 5 давайте отклеим сначала. Ой-ой. Тут немного осталось. И насечка. А номер 5 у нас... Вот здесь. Напишите точное ее имя. Апельсинка или мандаринка. Давно просто смотрела этот мультик. И мы также закончили эту коллекцию. Кстати, я уже делаю наподобие этой коллекции. Тоже новиночку. Так что ждите. И далее последняя наша новиночка. Это девочки. Вот так вот я простенько оформила две странички. Но сначала давайте ответим на вопросик. Ой-ой. Чик. И вопрос звучит так. Как часто сидишь в телефоне? Вообще очень редко захожу туда только, чтобы ответить вам и что вы мне написали. Откроем наш пакетик. Попалась мне вот такая вот девочка с голубыми волосами и с такой кофточкой с акулой. Тоже очень старалась над этой девочкой под номером 1. И давайте ее вот сюда приклеим. Вот так. Казалось бы, на этом все, но мы еще не ответили на последний вопрос. И вопрос звучит так, как зовут твоих трех друзей? Наташа, Полина и Алина. Но это если только выбирать трех, а так у меня очень много друзей. Ну а на этом было все. Кому понравилось это видео, поставьте ему лайк. Подпишитесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. А с вами была я, Маринка Д. Всем пока-пока!